называется «Звездный завтрак». И сегодня, напомню, отвечает на наши вопросы Сосо Павлиашвили. Ну что, мы... Сейчас не только будет отвечать на вопросы, сейчас он будет играть. Правда? У нас премьера в «Звездном завтраке» — игра. Такого еще никогда не было. Сегодня мы решили вместе с Сосо эту игру запустить. Знаете, это игра такая на реакцию. Мы даже пока, в общем-то, толком и название не придумали. Да. Рабочее название 5 секунд. Поэтому, друзья, если вы хотите поиграть против со звездой... Сосо, да, против Сосо Павлиашвили, звоните 223-5550, код города Москвы 495. На кону одна из квартир Сосо в Москве. Сосо молчит. Сосо пока молчит. Все записано на жену, поэтому он молчит. Он пока думает, какую из квартир отдать. Итак, люди звонят, а вы пока пообщайтесь. Ну, на самом деле, я расскажу правила игры, наверное, да. Я расскажу их Сосо Павлиашвили, расскажу и... Тому человеку, который уже звонит. И не только тому человеку, который звонит, а вообще всем, чтобы понимали, что вообще будет происходить. Давай. Мы приготовили 10 вопросов. Мы дадим вам буквально 5 секунд на то, чтобы отвечать на эти вопросы. Все очень быстро должно происходить, естественно, без напряга. Естественно, если побеждает радиослушатель, он получает призы от радиошансон. Сувениры. Если побеждает Сосо Павлиашвили, то тоже получает сувениры. Слушатель что-то должен, я не знаю, может быть... Пропеть, прокукарекать, там, ну, исполняет ваши желания. Чем унизительнее, тем всегда веселее. У нас на линии Наталья, доброе утро. Доброе. Наталья, ну, для начала скажите, как сильно вы любите творчество Сосо Павлиашвили? Люблю. Люблю. Искренне сказала, люблю. 150 лет жизни вас ждет. Так, ну что, у нас есть карточки, как на экзамене. Есть 10 билетов, все они пронумерованы. Давайте начнем, наверное, с нашего гостя сегодняшнего. Выбирайте любой человек. Или женщина все-таки уступит Сосо женщине. Конечно. Конечно. Конечно? Да. Ну давайте, Наталья, в просак сначала вы попадете. Давайте, выбирайте число от 1 до 10. 7. Мы берем номер 7. Вот, и прежде чем Леонид зачитает вопрос, мы предупреждаем, у вас есть ровно 5 секунд, чтобы... Выполнить задание. Выполнить задание. Да, у нас даже есть отчет, по-моему, я да, звука? Уже, да? Готово. Итак, Наталья, внимание, внимание. Такое задание. 5 секунд, вы должны быстро реагировать. Назовите 3 марки автомобиля на букву А. Audi. Так, все. Астон Мартин. Что там еще на А? И Альфа Ромео. Видите, мы сами тоже не очень. Один балл, наверное, да, Наташа? Не, пока у нее ноль. Пока ноль, да. Теперь Сосо, выбираем любую цифру. Я, Наташа, если я выигрываю следующий клуб, я Наташе даю свою. Хорошо, хорошо. Уже неинтересно играть, но ладно, давайте цифру. От 1 до 10, кроме 7. Кроме 7 уже. Выбирайте. Один. Итак, задание для Сосо Павлиашвили. Внимание, 5 секунд на размышление. Назовите, Сосо, 3 песни группы «Ленинград». Поехали. Лабутены. Раз. Это самое... По нулям пока. Итак, Наталья, возвращаемся к вам. Мне кажется, и закончится игра со счетом 0-0. Давайте, ваш цифр, Наталья. 5. Итак, Наталья, ваше задание и 5 секунд на размышление. Назовите 3 кавказских соуса. Сациви, сацибели, кетчуп. Майонез. Эй, майонез давай. Так, вопрос. Сосо. Сосо, цифра. 3. 3. Внимание, Сосо, назовите 3 сказки Александра Сергеевича Пушкина. Все, прошло время. Так, все, пока по нулям. Наталья, игра-то интересная. Наташа, выиграю, я специально не говорю. Да, да, да. Так, цифра, Наталья. 9. Итак, Наташа, внимание. Назовите 3 фильма с участием Джонни Деппа. Наташа. Первый фильм назван, о господи. Все, время да, вышло, к сожалению. Рады. Так, Сосо. Наташа, я не удивлен, что тебе не нравятся мои песни. Так, динамика. Сосо, цифра. Вот осталось немножко. 2, 4, 6, 8, 10. Какое? 10. 10. Итак, внимание. 1, задание для Сосо Павлиашвили. Интересное. 5 секунд. Назовите 3 футбольных клуба из английской премьер-лиги. Арсенал, Тоттенхэм, Манчестер Сити. Есть, Сосо. Молодец. 1-0. Первый балл зарабатывает Сосо Павлиашвили. Я дарю им Наташе. Нет, подожди. Не. Давайте, Наташа, номер 2, 4, 6, 8. Какой берем? 8. Наташа, задание 5 секунд. Назовите 3 комнатных растения.
Марис, 1-1! 1-1! А Сосо остался уже 3, 2, 4, 6. Какой кто же победит в нашем упорном противостоянии? Сосо или Наташа, который ты уступаешь? Наташа, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Какой взять? 6 берем. Не взял 6. Да, взяли для Сосо Павлиашвили. Сосо, назовите трех актрис по имени Наталья. Наталья Варлей. Раз. Наталья Введение. Наталья бы Наталья. Только Варлей, а Гундареву забыли. Гундарев, Крачковская. Крачковская. Я сейчас. О, сейчас все. А вот сейчас, да. Так, Наташа, дорогая. Два вопроса. 2 и 4 остались. 4. Наташа, 5 секунд на размышление. Назовите 3 предмета из школьной программы 9 класса. Молодец! 2-1! Ну и наконец остался для Сосо последнее задание. О! Назовите, Сосо, 3 грузинских исполнителя. Вахтанг Кикабидзе, Дани Брегот и Сосо Павлиашвили. 2-2! Ничья получается! Ничья! Нет, 4-0. 4-0. Настоящий грузинский джентльмен. Итак, Наталья. Наташа, не слушай мои песни. Мы вас. Нет, не будешь слушать. Теперь Наталья. Я запрещен тебе слушать. Теперь Наталья будет на зло слушать все песни Сосо Павлиашвили. Наталью поздравляем с победой, а мы скоро вернемся. Трубочку не кладите, Наталье призы вам обязательно отдадим.